Коронавирус у жительницы Северной Осетии, которая прибыла из Китая, не подтвердился. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Мы дождались результатов анализов, у нас поступила хорошая новость, что все результаты отрицательные. Как я уже сказала, клиники не наблюдается, а то, чего мы боялись, да, диагноза, он ставится на основании клинических, лабораторных и эпидемиологических данных. То есть на сегодняшний день у нас ни одно не подтвердилось. Опасности для окружающих или для пациентов, которые находятся в большой больнице, сегодня нет. Поэтому очень прошу и хочу обратиться и к жителям республики, и к пациентам, которые находятся в настоящий момент в клинической больнице скорой помощи, что паники нету, ситуация под контролем. Информацию подтвердили и в Республиканском управлении Роспотребнадзора. 13 числа у нее появились такие респираторные признаки, какие-то симптомы. В связи с этим она была госпитализирована. В тот же день был взят у нее материал для исследования, направлен в Ставропольский противочумный институт. И вот сегодня мы получили результаты отрицательные. Это было исследование на коронавирусную инфекцию. Ну, в связи с тем, что состояние ее удовлетворительное, она была отпущена домой. Комплекс профилактических мероприятий у нас продолжается, и ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. И в случае, если какие-то есть вопросы, граждане могут обращаться к нам в управление, мы дадим всем разъяснения. В Министерстве здравоохранения еще раз напоминают, что нет повода для паники, все необходимые меры по предупреждению распространения вируса в республике есть. На сегодняшний день у нас в республике есть все необходимое для того, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологический режим, санитарное благополучие для населения. У нас есть все необходимое, чтобы создать карантинные меры. Для демонстрации показала, что есть вот такие одноразовые костюмы, которыми мы обеспечены. И осматривать пациентку заходим именно в таких костюмах. Д-средства, препараты для лечения в случае развития, да, коронавирусной инфекции. Мы готовы, потому что все необходимое есть, и мероприятия проводятся в соответствии с всеми документами, которые на сегодняшний день существуют.